Вот тот самый красавчик, который стоял и ждал меня, от которого я сейчас отказываюсь и забираю предоплату. Новый, безумный Yamaha R1. Он прям очень хороший. Он прям очень хороший. Ну нельзя. Нельзя. Смотрите. Просто супер. Безумная техника. Такой прям у него хвостик вообще. Хвостушечка. Прям очень супер. Вот, видали, что написано? Осторожно. Перед началом эксплуатации транспортного средства изучите данное руководство пользователя. Данное руководство пользователя — это справочник такой, где там про кладбище, про могилку, про оградку, про все, про все, про все. Вот примерно вот так должен выглядеть справочник по данной технике. Очень интересно, интересно. Очень красиво. Реально красиво. Я прям даже хочу посидеть на нем. Я прям даже примерно так бы мы выглядели. Учусь. Так бы мы выглядели. Супер стоять. Очень нравится. Но все, надо сваливать. Надо уходить. Все. Пойдемте, покажу вам. Да, и ценник, кстати, нормальный. Пойдемте, покажу вам Костика. Я в его глазах предатель. Как бы я собрался, я все покупаю. Я просто предал вот и этого человека, и это заведение. Никого не все. Я предатель. Не купил. Но у нас есть другая цель. Вон она цель. Че? Костик сказал, что если возьмем, то в принципе... Богдан Георгиевич сказал, если возьмем, то мотоцикл. Если возьмете, у нас атомный ледокол «Арктика». Все, мы должны взять в Панафто атомный ледокол «Арктика», и тогда данные неувязки будут урегулированы. Тогда мы будем опять как бы с нормальным лицом. Вот в принципе вот так.